головой у нас в порядке. Да, стать курсантом военного училища — это тебе не бананы собирать, а? Understand? А? Причесочку надо иметь соответствующую. Точнее, не иметь вообще. Ферштейн, амиго. Ни хрена ты не Ферштейн. Ой, блин, культура. Надо немножко помыть голова. Голова помыть. Есть? Гошу! Оу! Тебе опять телефону! Иду! Ну, раз есть, давай сам. Сам давай начинай. Работай, работай давай. Я что тебе, негр? Сейчас. Вот, молодец. А сам-то откуда вообще? Ну, там Эфиопия, Конго, там Сомали. Да из Кукуева мы. Не понял, откуда в Кукуеве негры? Негры? Да откуда там вообще иностранцы, когда в городе, почитай, 10 лет горячей воды нет? Вашу мать! Что такое, черт? Следующий, входим! Здрасте. Привет. Ой, а что это? Супер клиперс. Хиа-катинг машин. Что это? Садимся, садимся. Да вот, японцы, хитрый народ, придумали машину для стрижки. Да ладно, как это не может быть? Ну как не может быть? Попробуйте, давайте. Ой, здорово. Слушайте, а как же она может всех подряд стричь? Головы-то у всех не одинаковые, разные. Ну да, японцы, они же об этом не знают, где уж им, да? Давайте, не сомневайтесь. Разные. Это только в первый раз. Головы у всех разные. О, прошу. Так, не понял. Простите, простите. Фу, слава богу. А то, знаете, сейчас халтурщиков развелось. Да. А так, судя по цене, вы нормальный мастер, да? Ну, я не просто какой-то мастер, я лауреат международного конкурса. Это хорошо, это мне подходит. Чай, кофе? Зачем? Я постричься. А, я в основном звезд стригу. Артистов известных, политиков. Хорошо. Хорошо. Конечно. Ну, давайте. Что такое это было? Не-не-не-не, я не понял, ты что у меня? Машинкой стричь собрался? Так я всех их стригу, и артистов, и политиков. Это интересно, это каких ты артистов и политиков вот так вот постриг? Ну что значит каких? Сашечку Розенбаума, Юрочку Лужкова, Ваську Шандыбина, ну и Ирочку Хакамаду. Вот. Что с вами, какие-то проблемы? Я не знаю, как об этом сказать. А вы говорите? Говорите. Для нас, парикмахеров, секретов нет. Болезнь у меня страшная, неизлечимая. Можно сказать, чума 21 века. О, Господи, спит? Хуже. Перхоть. Ну, эту болезнь мы быстро вылечим. У нас есть замечательные новейшие средства. И никакой перхоти. Знаю я эти ваши средства. Три в одном, да? Шампунь с бальзамом. Кондиционером, вот. Не поможет это все. Поможет. Оно не только с кондиционером. Оно еще и с пылесосом. О, Господи. Так. Слушай, что вы так смотрите на меня все время? Голова у вас какая-то нестандартная. Может, в зеркале дело, а? Да нет, ну что, зеркало? Просто идеальное. Да что вы хотите, голова как голова, нестандартная голова. Вы сами посмотрите, смотрите, смотрите, усы как у Сталина, брови как у Берии, нос как у Кагановича. Слушайте, вы же просто открыли мне глаза. Я только сейчас понял, почему у меня в графе «отец» не просто прочерк, а три прочерка. Ну,
А дальше? Дальше что с этой бабой было? Слушай, ну сколько можно уже рассказывать? Ну все уже, все знают эту историю. Ну сейчас вот добрею и расскажу. Ты сейчас рассказывай, я тоже клиента брею, ну сильно интересно. Так, компрессик мы какой будем делать? Холодненький, горяченький? Нет, холодный нельзя, у меня насморк и так нечем дышать. Ну, знаете, горячий. Горячий, да. Ну, рассказывай, ну дальше-то что? Дальше. Дальше, Калюня, это вообще я. Это вообще, они же ж не знают, что я рядом стою. А я вот, Коля, я вот просто, ты понимаешь, я буквально в двух шагах. Они не знают. Вдруг этот мужик, Коля, ты понимаешь, он ее хватает за горло со всей силы. И начинает душить, Коля, ты понимаешь, он душит эту женщину. Я-то ничего сделать не могу, Коля, я ничего не могу сделать. Она хрипит, она мычит, выдирается. Вдруг как заорет, Коля. Помогите! Да, Коля, именно это она и заорала. Вы тоже знаете эту историю? Ну все знают, Коля, уже, ну все, неинтересно.